Самарской области по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличат суммарную единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. С 800 тысяч она вырастет до 1 000 000 рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Денис Степченко пришел в пункт отбора, чтобы подписать контракт и отправиться в зону спецоперации. Честь Родины, долг Родины – это долг каждого граждана России, долг каждого, кто живет в своей стране, потому что страна – это твой дом, и этот дом надо защищать, потому что в этом доме живут твои родные, твои близкие, дети. Если ее не защищать, то хаос будет во всем мире.